Всем добрый день. Беглый осмотр наших объектов. Объект у нас один, озеро. Поэтому новости озера. Сегодня у нас 10 октября. На какой стадии у нас этот объект? Сейчас мы с вами посмотрим. Тут уголочек сегодня закончили уже. Уже все. А, еще маленький пятачок остался. Дебельку равняют. Потом будет здесь все засажено. Скоро все мы это увидим. Сегодня мой опыт сопровождает киска. Она все время смотрит на озеро туда. Видно, там уже видела рыбку. Сейчас пойдет. Где-то спустится к воде, наверное. Во, подкрашивает тут все. Чтобы все было красиво. И тут все подкрашивают. А тут плитку кладут, ребята. Ну, осталось максимум месяц, и мы заканчиваем, парк будет готов. Но вот у нас два строения. Одно из них вот здесь, которое уже писали, разговаривали, и до сих пор не убрано. И где наша администрация? Почему такая реакция? Скоро парк сдавать. А эта вот фигня стоит здесь. Когда это все здесь уберется, неизвестно. Ой, товарищ Лазарев, большие претензии есть, реагирование нашей власти. Надеемся, что к открытию парка его уже не будет. А вот второй гараж стоит тоже. Непонятно, почему до сих пор не убран. Говорят, вроде уже предписание было от хозяина отправлено. До сих пор не убирается. У нас, как говорит Горелов, строгость советских законов сочетается с неисполнительностью этих законов, типа такого. Только сегодня меня спрашивали, а будет где мыть вода дополнительно, еще такое. Вот три емкости для воды, сбор отстаивания воды. Уже гидроизоляцию провели емкости. Такие обрешетки будут стоять.